Где? А, вот вижу, вижу. Едят. Я танкую. Танкую. Слишком близко. Надо подальше. Ага, все. Сопротивление. Не бежи, не беги, не беги. Не могу, не могу. Он, короче, не проходит у него мои добавки. Бейте, 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 бейте. Все, убили. Убей одного донатора. Короче, я его просто вот здесь вот стою, жду, вы бейте. Отведите только подальше чуть-чуть, ребят. Саня, отойди дальше. Потом пойдем этого культаса убьем, который в секретной комнате. Если он тут будет. То что ли? Предлагается. Убьем на ПК, еще. Убьем на ПК, конечно, какая разница. Вон он с краю, блядь, с краю сбоку, блядь. Ебать вы смотрите. Я в другую сторону смотрю. Кто же смотрел туда? Летите. Я сейчас тарги сделаю. Так, Йонг, да, у него Y первая. Но у него клетка не прошла. Но я его убил. Их двое. Нет, нет, этот помогает. Just Life помогает. Так, босс пока не бью. Нужен Артур был, шилка бы хиляла бы нормально. Четыре у него шансов вообще не было. Мои дебафы на него вообще не ложатся. Йонг, Йонг, чтобы разрезать, разрезал в развилку. Погнали. Угу. Давай. Бегу, бегу, бегу. Блин, ну без меня, наверное, вы... Ты просто с ударом. Бафнется, да. Да-да-да. Попытаюсь его убить. Эфир все прикольно проканали. Блять. Не, жесть. Ну, это ебануться, ну это не... Да, да. Ну сейчас бафаемся, прыгаем, там босс черных стал. Вот сейчас его надо убить и РБ убить. Хотя, наверное, он дропает. Но все равно, а что, помешаем? Долго залетает, пиздец. Да, ну, блядь, как долго? Готовы, Артур, и где там третий? Так, лёг, я бегу, лёг. Бегу, бегу, бегу. Да, блин, я бафался же. Нажимаю развилку, на три залетаем. Да, залетаем. Да, он босса, наверное, бьет. А, не, он прям тут. Ух ты, блядь. Сливает ну, нас чё, просто. Чё, троих, не? Значит, с первого, просто пешком идем. Пешком, в данж пешком. Пешком идем. Пизда, блядь. Вот это баланс, я понимаю. Ну, у меня КД через 3 минуты мы сможем убить, короче. Эта клетка тоже не проходит? Не проходит. Вообще дебаф и сопротивление 100% как будто. Так. Саня? Где? Ну, я бегу. Нет, не туда бегу, а, что ли? Да, мы просто только начали бежать. Не беги вперед. Ты же самый ватный. Нет, у меня зуб 5 выбивает из 3. Подожди, а где он вообще? Вот, убил. А где он? Нож какой-то. А, вижу. Я тоже убил. Угу. Сделай макрос на него, пожалуйста. А зачем макрос? Ну, блядь, вы что, не видите? Да. Next target нажми тогда просто. Next target, он флагнутый. Так, ну можно, можно прям среднего ТП на него нападать. Бафнусь. Как взлети. Смотри, где мы там. Развилка залетает. Пока ёбни. Давайте, да. Трогаем. Пока это хорошо, кстати. Да нет, он быстро отмоет от моба. Ничего, да. Развилка? Так, подождите, я первый прыгаю. Развилка, да, прыгнул. Не вижу. Таргет... А, берет, берет, берет на ТП прям. Да ну это ебаный цирк просто, блядь. Ну, пизда. Ай, блядь. Не могу сказать, что у меня слабый чар. Тоже не могу сказать. Слабый чар. Да что ты. Я тебе бью по 20 тысяч. Ну, ты не должен настолько получать. У тебя камней, наверное, нет. У тебя сет, наверное, да? ПЛ сет бегаешь до сих пор, да? Да, бегаю, потому что я от магов дыхаюсь. Блядь, ну тут... Он не маг. У нас у всех просто хуйня, что ли. Так, сейчас еще раз. Надо делать сет. Почему вы перестали убивать? Надо льда делать тебе. Слушай, думаю, Саня, сделал, ничего не изменится. Залетаю. Развилка, залетаю. Если я к нему подойду, он сдохнет просто. Вот, что пожалуйста. Убили? Я же сказал, я подойду, и он сдохнет. РБ нету. Ну и хуй с ним нету, значит убил уже. Пиздец. Где там секретный РБ? Туда пошли. Пошли, веди. Ну это вообще бред, ну. Втроем, блядь, одного чела, ну это неправильно. Вот, кстати, был бы шикарный, был пизда. Вот реально, я отвечаю, мы бы его. Он бы вообще ничего не сделал. Нет, был бы светлый ДК, мы бы его убили.
Это тупо ПВЕ ДК. Не, ну он хорош один на один, когда ты можешь дебафы наложить, но на него не проходит, ну, почему-то. Темный ДК самый сильный, светлый это помойка. Ну так а что себе сила? Это я его до него дойти не могу, ну, блядь, и законтролить. Это твой буст зависит. Да иди в жопу с бустом, нихуя это не буст, это баланс, блядь. Я бью, блядь, по ДК 3000, тебе я бью 20, блядь. Сейчас, ну, подожди, 20 секунд и выстрели в меня, посмотришь, насколько ты выстрелишь. Ты же не будешь каждые 20 секунд ждать, там ПВП 5 минут. Ну, чё, много выстрелил? Ну, ебать. Давай я вот к тебе подойду и ударю тебя 3 раза. Вот я тебя 3 раза. О! Хорошо, а хороший умер. Буст, блядь, с одного ваншот просто нахуй. Алло, чел, я от мобов умер. Ну да, теперь от мобов умер. А я вот от мобов здесь не умираю, мне похуй на мобов. Я просто не понимаю, к чему ты это все говоришь. Потому что вы заебали с Пашей своим бустом. Это не так работает, ну, в этой игре. А как? Ну объясни, почему я по этому ДК по Мише, блядь, кастету бью 3000, а тебе 20. Потому что у него щит поднят, а у меня щит иногда не поднят. Вся разница. 20 секунд щит, ты мне урон не наносишь. Да, щит. Есть тут щит такой. Давай я сейчас позову и посмотришь, как ты и как он тебе. Зови. Да. Ну, там есть секрет, пойдем на РБ или нет? Ебать вы хуйню трусите, я отвечаю, блядь. Да нет нахуй баланса, ебать, открываешь глаза. Вот почему Артур понимает в эту игру? Вот вы мне объясните, почему вы с Пашей какие-то, блин, адепты буста? Паша, тебе тоже сегодня это уже сказал. Посмотришь атаку, ебать, 150 тысяч, смотришь деф, 8 тысяч, включаешь мозг, делишь и думаешь, блядь, что же не так? Не, ну ПДФ у меня ладно, у меня МДФ 7500, а ПДФ 6200, да, ПДФ у меня меньше. Просто заебало, буст, хуюст, буст. Разгони мне нахуй 80 тысяч дефа, разгони нахуй. 3000, потому что нахуй эти ебаные триггеры, мочиги. Мне тоже иногда топовые пацаны не могут убить. Уклонение, сапоги работают. А, еще, кстати, у этого самого, по-моему, у Мишки штаны этого самого. Трусите, ну отвечаю. Тяжелый. Как будто первый день пошел в L2 нахуй. Блядь, ну как соотношение вообще ебейшее нахуй. Что тут дает тебе в процентах, блядь, потушить? Каждый класс по-своему. Там шарик словил, там кого-то уебёс молнии. Ну это бред, тут нет баланса, ебать. Ты видишь ПВП, которые дерутся типы по 15 секунд, по 20? Ты видишь хотя бы 15? Наше ПВП примерно 5-7 секунд происходило с этим челиком. Просто такой сервер. Тут очень сильно разгоняется атака, но нету дефа, блядь. Просто такой ПВП сервер. Эссенс в ПВП выглядит вот так вот. Все. Не надо говорить буст, хуюст. Это ебануто, когда у тебя атаки нахуй 170 тысяч магической, а дефа нахуй 9. А так у тебя физатака, только ты, блядь, в робе вообще... Так, у него не совсем, у него же 50% пенетрации. Вот у тебя там сколько, я не знаю, 8 тысяч ПДФ, а считаешь, что у тебя его 4. Там же скилл вот этот, он 50% игнора, армора. Дичь это все нахуй, там буст, хуюс, что тут нахуй мне забустить, объясни мне, что мне нахуй забустить, вот, чтобы у тебя, меня не убивать. У тебя коллекция убивать. Хотя бы что-то закрыта? Да, закрыта у меня что? Коллекция. Сколько тебе в сумме даст эти коллекции? Ну что у тебя закрыто? Пойдем, Миш, пойдем, ну, давай это самое, в Колизее куклы. Телепортнись, а стрельни просто меня коллекции. С поднятым щитом. Сколько в сумме даст эти коллекции? Да при чем тут нахуй, вы ищете, блядь, о коллекции? А у тебя не седьмая? А шестая шмотка, ебать. Так ты, вот ты, блядь, сейчас так говоришь, я тебе объясняю, почему я одному бью 3, другому 20. Потому что когда работает шмотка, ты выше 3 не ударишь. Только 3000 урон идет. Залети. Залети. Почему ты так уверен, что это штаны защиты я бил? Штаны защиты, только 3000 наносишь. Залети. Ой, блядь. Залети в Колизей, постреляй по мне. Да не будешь ты бить типу нахуй 3000 нахуй со 150 тысяч атак. Что вы нахуй несете? Ну, блять, реально уже. Ёбать, погоди, 10 пацаны, секунд ёбать. Сейчас баф поднимется. Штаны нахуй, вылетает триггер нахуй. Ты бьешь ему только по 3000, блядь. Все вот эти ебучие 3000. Да, блядь, сука, ну
Как нахуй с такой атакой ты будешь по 3000 бить? Блять, щит-то это понятно нахуй. Блядь. Ну так стреляй! Ну, я по берцу тоже бью по 10-15 тысяч. Щит пробил и урон пошел. По 10-15 тысяч смотри. Бью тому берцу, но я не успеваю его въебать. Вот, пожалуйста, получают, ну, по 14. Ну да, по 14. 4, ну вот, считай, 14 тысяч. Да, это значит штаны. Все, просто штаны включаются. Не щит. Просто штаны. Просто штаны. Да какая нахуй? Ты тут логику включить нахуй. Такой атака, ёбаный деф. Тогда у типа должно быть, под, у этого берса макдеф нахуй, 90 тысяч, блядь. Чтоб его я бил, так, подожди, 3 тысячи. Подожди, а если на 50% это 7 будет? Да, да. Не, лайт штаны фигня, надо хэви штаны делать. Все, 100%. Я все думал, ответ получен. Тупо хэви штаны надо одевать. Потому что вот с 14 я что получу? Получу 7, а так получу 3. Все, все понятно. Ну это так же, как я это обрезано убился, думаю, что за фигня. Оказывается, это просто шмотка стригерила вот этот вот. Вот, я наношу цели. Верхоль, да. Айхазар, mm-hmm. Айзахар. 15 тысяч, это собака. Угу. Mm-hmm. Ну, его долго бить, потому что хп дохуя. Да, не жирно. Собака в кап очень быстро упирается. Ну вот.